Здравствуйте, ребята! А вы готовы к новым занятиям с веселым язычком? Сегодня нам снова будет помогать котенок Мурзик, а еще мы будем с вами учить веселую считалочку про язычок. Итак, раз мы ротик открываем, будто кошечка зеваем. Попробуйте зевнуть несколько раз. Два – подуем в дудочки. Губки словно трубочки. Попробуйте. У Мурзика так не получается. Научите его. Три – на губки посмотри. Улыбаемся на три. Улыбнитесь. Потяните уголочки рта. На четыре ротик шире. Барабаним на четыре. Язычок вот сюда вот стучит. Вот, за зубки заверни. Пять. Откроем рот опять. Нужно губки облизать. В одну сторону оближем ротик. В другую. Шесть. Почистим наше небо. Небо чистым стало, чтобы. Небо у нас за зубками наверху находится. Вот так мы чистим язычком. Мурзик нам очень хорошо показывает. Ведем от зубок вглубь. Молодцы, вы стараетесь. Семь мы звонко будем цокать. Так стучит копытцем лошадь. Вот у котенка не очень пока получается. Поучите его немножко. Восемь к нам приходит осень. Вырос гриб на цифру восемь. У грибочка есть ножка и шляпка наверху. Подержите грибочек как можно дольше. Молодцы! Девять, сделай-ка гармошку. Поиграй на ней немножко. Котенок смотрит и учится вместе с нами. Это упражнение сложное. Скажите-ка маме с папой повторить, пусть они попробуют. Десять можно поболтать. Поболтать и не устать. Вот такая вот смешная болтушка. Можно немножко побаловаться и отдохнуть. Сегодня мы с вами очень хорошо позанимались язычком. Спасибо тебе, Мурзик. Приходи к нам еще. Ребята, помните о том, что с язычком нужно заниматься каждый день. Мы с веселым язычком будем смотреть, как хорошо у вас получается. До следующей встречи. Пока-пока. Сегодня мы с вами очень хорошо позанимались язычком. Спасибо тебе, Мурзик. Приходи к нам еще. Ребята, помните о том, что с язычком нужно заниматься каждый день. Мы с веселым язычком будем смотреть, как хорошо у вас получается. До следующей встречи. Пока-пока.